Всем привет, друзья! Вы на канале Free to Play Games, с вами Михаил. Это игра Trials of Heroes. Сегодня пятница, а значит у нас обновление. Посмотрим, что у нас нового появилось, что интересного. Посмотрим вместе, друзья. Если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Начинаем. Итак, шестой сезон Крепости Пустоты. Новая у нас... Новый сезон крепости, это понятно. Новый облик Немеи, посмотрим, какие-то ошибки. Конечно, жалко, что они не пишут, какие именно ошибки, но, наверное, несущественные. Призыв мирового древа, крутим орбы 8 раз. Посмотрим, что в Альгала. Посмотрим, какой герой в этот раз будет. И, наверное, быстренько закроем, у меня там достаточно осколков, я думаю, много времени это не займет. Набор испытания в топку, набор жасмина в топку, весенняя прогулка. Дарите букеты, да, жасмины, получайте роскошные награды. Ну, посмотрим, что это. Так, события входа, это вот эти букеты дают 5 штук. 5 штук, спецпредложения. Неинтересно. Итак, друзья, погнали. Донат. Книжки, это прикольно. 50 этих букетов, походу, да? Спецпредложение. Понятно, призыв. Мирового древа. Ну, вот это, конечно, шаман Захир. Когда они уже это все поменяют? Баларах. Ну, уже давно не актуален. И Шерхан. Или Шархан, как его. Не знаю, такое сомнительное, друзья. Персонаж ничего не могу сказать, конечно, конкретно. Но по скиллам, насколько я помню, под него пачка надо с уклонением. Он тогда хорошо раскрывается. Но в этой игре на уклонение это только в галактических вратах моба на это работает. Так, вот эти букеты. 5 штук нам дают. За призыв не дают их. Ладно. Гелиас с балалайкой. В смысле с гитарой. У него намного больше надо их потратить. Что за награды? Ну, неплохой артефакт, но у меня он есть, так что смысла нет в эту сторону крутить. В эту 50 сундук корм. Ну, это актуально. У меня ростер персонажей маленький, поэтому мне бы пригодилось. Как получить букеты? Ежедневный вход. Покупка. И 200. В World 3 самом 200. То есть, получается, за каждый... За каждый орб, что ли, будут давать? Давайте, друзья, попробую один крутануть. World 3 Summon. Ну, давай. Что мне надо? Что мне надо? Да без разницы. Да, один букет дают. Друзья, видели. Хорошо. Хорошо. То есть, максимум 200 можно получить. Плюс 35. Этого 235. Мы получаем болванку шестизвездочную, осколок тьмы элитный, осколок света элитный и на выбор персонажа. Друзья, ну такое себе, честно говоря. Может, конечно, в начале игры это... Хотя даже в начале игры не те награды это. А по этой ветке мы доходим только до... первого сундука, это артефакт. Ну вот, если у вас нету такого артефакта, друзья, есть орбы, я бы, наверное, крутанул. Потому что артефакт реально хороший. Для Таноса, по-моему, шикарно подходит как раз. Ну, не берусь утверждать, друзья. Ну, я бы взял. Я бы взял такой артефакт. Так, Вальгала. В Вальгале вот инфернальный мастер.
Очень интересный персонаж, друзья. Мне кажется, это может быть заменой Хануману, но я нигде не встречал тестом. Если вы где-то встречали, поделитесь в комментариях. По его навыкам он, по идее, должен быть лучше, чем Хануман. Но так не скажешь. Так, здесь у нас тоже букеты. Букеты. Это, наверное, как обычно. Как обычно идем в свитки. Что у нас тут остается? Три штуки ледяной мир. Ледяной мир я, друзья, не записывал. Прошел так, дошел. Сколько? Четыре сундука взял. Покупал я за 4000. Один сундук больше не захотел. Честно говоря, мне эти награды как-то не сильно понравились. Так, друзья, ну такое обновление. Давайте быстро закроем Вальгалу. 300 элитных осколков. Это 6 персонажей. Так. Ну, это лажа. Сот, конечно, пойдет. Может, когда-нибудь прокачать. Но остальное все. Фух, ладно. Так, и открываем обычные осколки. Так, по-моему, ну, свет там точно не выпадал. Свет можно сразу открыть. Это второй, наверное, тоже. Хуба. Ну, в свое время мне нравился этот персонаж. Я за счет него закрывал разлом, кстати. Прокачивал его полностью, потом заменял. Так, друзья, заходим быстренько, смотрим. Вальгалла. Что у меня не закрылось? Зелень и тьма. Зелень и тьма. Зелень, вот. Бистмастер. Это прям читерский. Читерский перс и два шамана. Так, ну все, закрыл Вальгалу без проблем. В общем, друзья, такое видео получилось. Надеюсь, оно вам было полезным. Посмотрите, если у кого есть орбы в запасе или не в запасе, но в достаточном количестве, то есть 200 штук. Ну, там даже 150 достаточно, друзья, посмотрите. То есть 35 минус 150, это 100, 115 орбов надо потратить, чтобы получить донатный артефакт, который замечательно зайдет Таносу. Обратите внимание, друзья. Надеюсь, видео вам было полезным, друзья. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой. До новых встреч.